В настоящем видеоролике компания «Электромотор» представляет частотный преобразователь модель VFD-015B43A. Как официальный дилер, компания поддерживает весь ассортиментный ряд частотников «Дельта» на складе в Киеве. Данный частотник относится к серии «Б», особенностями которой является универсальность и наличие съемного пульта. Технические характеристики преобразователя частоты Дельта VFD-015B43A. Максимальная мощность электродвигателя составляет 1,5 кВт. Входное напряжение 380 вольт. Частота регулирования в диапазоне от 0 до 400 Гц. По вопросам покупки обращайтесь к официальному дилеру в Украине компании «Электромотор». Контактный телефон 53038. Модель VFD-022B43B. Технические характеристики преобразователя частоты Дельта VFD-022B43B. Максимальная мощность электродвигателя составляет 2,2 кВт. Входное напряжение 380 вольт. Модель VFD-022B21A. Технические характеристики преобразователя частоты Дельта VFD-022B21A. Максимальная мощность электродвигателя составляет 2,2 кВт. Входное напряжение 220 вольт. Модель VFD-037B43A. Технические характеристики преобразователя частоты Дельта VFD-037B43A. Максимальная мощность электродвигателя составляет 3,7 кВт. Входное напряжение 380 вольт. Модель VFD-055B43A. Технические характеристики преобразователя частоты Дельта VFD-055B43A. Максимальная мощность электродвигателя составляет 5,5 кВт. Входное напряжение 380 вольт.